Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре долгожданный сорт Актобе. Актобе кто как называет. Еще его называют мелом. Название, честно сказать, не помню, у меня где-то был записан. Так, ну я знаю это как сорт глины Актобе. Меня очень просили этот обзор, и я решила вам его записать. Вот такая вот она. Цвет молочный. Такой. Она беленькая. Но не чисто белый, такой как грязно-белый, что ли, цвет. Легкая. Она легкая. Такая красивая. Одно время я часто заказывала, но что-то сейчас, вот в последнее время, как-то вот. Не знаю, сейчас взяла 300 грамм. Если распробую, то закажу побольше. Давайте приступим. Солененький кусочек попался. Это был один кусок, я его расколола. Сейчас будем пробовать, все ли кусочки у меня соленые, потому что этот сорт, он бывает пресный, бывает малосоленый. Вот этот кусочек я сейчас откусила, он малосоленый. А этот кусочек пресный. Вот как. Он бывает, попадается одной глыбкой. И с разных сторон бывает соленый, бывает пресный. Вот этот солененький кусочек, этот пресный. От таких маленьких, тоненьких кусочков откусить легко. Но вот от кусочков потолще уже будет не так легко. Я прям сейчас вот с этого края откушу. Угу. Сухая. Чем толще кусочки, тем откусывается сложнее. Вот. Тоже пресный кусочек. Вообще как чисто побелка. Никаких больше вкусов. Вот побелка. Сорт сухой, но не песочный. Вот он действительно похож на мел. Знаете, такой. Есть небольшое залипание. Я даже сказала не залипание, а такое, знаете, откусываешь сухо, очень сухо, при намокании в жирную кашицу, которая растворяется. Сорт чистый, не скрипит. Ни разу мне Актобе не попадалась скрипучая. Вот ни разу. Так,
Ну, вот от такого куска уже будет вообще очень сложно кусать. Ну, сейчас мы попробуем. Не знаю, как так получилось. Вот была одна глыбка. Вот эти все кусочки пресные. Вот этот еще не пробовали. А этот солененький. Вот от таких кусков вообще милое дело кусать. А, конечно, попробую вот этот кусок распилить на пластиночке. Получится у меня, не получится, не знаю. Итак. Подведем итоги. Сорт чистый, сорт сухой, откусывается с глухим хрустом, быстро растворяется, имеет яркий вкус побелки, мела, есть небольшая такая вот еле уловимая нотка пыли, сушит рот и хорошо сушит горло. Вот я вам советую, откусили и сразу запивайте. Глотать я бы вам его вообще не советовала. Сухой сорт, я сухие сорта не люблю. Но мы сделаем из нее пасту, попробуем в пасте, как себя поведет. Вкус обалденный, то, что чистое, большой плюс. И вот почему-то мне вот больше нравится, когда она попадается такая солененькая. Угу. Вначале сухая-сухая. Потом растворяется в однородную массу, кажется, такую. А вкус прям яркий, по белке, мело. Сорт хороший, но мне не нравится в нем то, что он очень и очень сухой. А как вы знаете, сухие сорта, они хорошо сушат. Так что, если вы любите его, то, если еще любите его кушать, то по чуть-чуть, пожалуйста, берегите свое здоровье. А так, сорт обалденный. Однозначно сделаем из него пасту и будем пробовать его в пасте. Всем спасибо за просмотр, всех целую, обнимаю, всех люблю, пока-пока.